Приветики, приветики, семицветики. Не знаю, как у нас будет хорошо слышно. Короче, погнали. Седьмой спейс. Я все еще болею. Ничего не меняется в этой жизни за один день. О, нифига, у закат какая прическа классная. Ой, это Ербалат? Король, ароль, парол. Он там так наглаживает. Кого? Твоего самого этого. Как его? Я не совсем готова еще. 14 минут, ладно, переживу. Все, опять заболела сразу. Ничего не болело до этого. Я скоро выучу эти движения. Так. Детскую. Меня слышно хоть, я надеюсь. Я без микрофона с певицей. Подожди. На Тунги студии. Только посмотрел на него. Ча. Ча. Че? Детка. Детка. Ты что такой детка-то? Ой, щеки, блин, потискала бы за щеки. Блин, как руки? А что у тебя на шее? Расскажи. Стич. Да. Деточка, ты деточка. Маленького ребенка это был-была. А им не нужно много, чтобы их рассмешить. Достаточно просто улыбнуться, и они улыбаются уже. Дети, они такие... Ой, господи, ребенка забрали. Как господи, мама, они такие... Дети боятся Изи. Блин, чего они боятся, но улыбался. Девочка, ты пусечная какая. И хорошими будут папами. Спасибо, что дал послушать. Ты настоящий друг. Лицо Зака просто. Форт атака. Куда ты бежишь, Зак? Что случилось? А где? Где это? Вот оно. Позже, но оно пришло. Я пью всякие отвары. Из трав. Выпей отраву, тварь. Ой, отвар из трав. КВНчики, КВНчики. Надо хоть изредка проверять, еще записывают у меня там или нет. Айзи такая прическа классная. Нифига они визжат у меня аж в ушах там. Трассер. Бер-бер-бер. Ага, как громко кричат. У меня в ушах аж заребило. И кино. Такие девочки молоденькие все. Ну, просто девочки, еще крошки. Да, он такой вечно спит, моя пандочка. А Зак тоже спит. Самый серьезный мужчина, Айзи, да, да. Так, тихо. Вот он дурачится. Как
Уже кашляет маленький. Давай смотрите. А что вы смотрите? А вы думаете, на казах зад? Чего принесете? Балаклакал. Балапал. Лицо есть, он всегда такой. Король, орел, пароль. Жесткий. Король, орел, пароль. Шиши не шики се сынды киши. Шиши не шики се сынды киши. Там этого наглаживают, господи, сколько можно. Я завидую Ербалату, все. Все, дожила. Я завидую Ербалату. Все, окей. Выйди отсюда, выйди из кадра просто. Ты еще больше раздеться не мог? Чего ты в майке-то ходишь? Блин, ну у Зака такие длинные волосы там были. Это его были дреды или он... Ну иди такой. О, детка, детка, хихикает опять. Он вечно дурачится, такой мишный детеныш. Устал? Нет, у него, видимо, накладные были косички. Такой красивый. Маленький, но красивый. Да. Спит лапка. Не отдыхают дети. Изи, какой красивый. Так, тихо. Айс в кадре, айс в кадре. Арт-атак, помогите. Так, подождите. Это вот так, костюмы. Сейчас будут шить костюмы. Я тоже хочу быть вашим парикмахером. Что ты можешь сделать с их волосами? Ничего. Только брить на лысо. Но ты этого не сделаешь, потому что ты их очень любишь. Я не умею стричь, да. Руки не из этого места. Так, подождите. Арт-атака была. Резкая. И сейчас едем на съемки. Какого клипа? Какого? Какой вы снимали? Покажут, надеюсь, что за клип они снимают. Рахмет, Рахмет. Оба, там что-то упало. Ладно, потом подберем. Там полотенчик твой упал. Я потом подберу. Так, тихо. Арт-атака. Блин, он всегда не вовремя появляется. Ай, такие красивые оба. Так, тихо. Я готов. Время съемок тут будет много прохожих. Угу. Это тебе не будет мешать. Не снимают Кайта, да? Да. Судя по внешности Балушки. Профессионал. Я сплю 24/7. Да, любитель поспать. Не знаю, мне кажется, Эй спит намного чаще в кадре. Ну, по крайней мере, его так снимают. Так, подожди, какой клип они снимают? Мне интересно. Ну, красивая внешность нашего Даньяра говорит о Кайта Дан. Не знаю, сейчас посмотрим. Это я помню в смешных и милых моментах. Он здесь как раз таки не переводили ничего. Та сама женщина. Детка. Ой. Он такой же дурашливый, как я.
Тоже не могу спокойно ходить по улице, особенно с друзьями, знакомыми. Все какой-то фриказо. Да, да, в рваных колготках девочка. Ербалат учит. Актерское мастерство. Маленький на земле валяется. Блин, подберите ребенка, постелите ему что-нибудь теплое. Пледик хотя бы. Ты еще больше раздеться не мог? Быстро оделся обратно. И застегнись вообще. Красавчик, уйдя отсюда. Он что-то там говорил. Да. А я смотрела только на него, окей. Когда-нибудь я научусь стоять на паузу. Красивый. Немного, но страшно ему, да? Две сцены. Да, я помню твои сцены все. Первая реакция их смотрела. Блин, здесь так много народу, так столько всего, а в клипе так все уединенно было, как будто они там одни были. Бесконечность. Перспектива. Что ж ты так красиво по-русски ты говоришь, а? Я знаю, что он учился в Челябинске. Я знаю. Я все знаю о нем. 18 февраля 93 года день рождения. Я все о нем знаю. И цвет трусов мне скинули уже. Ничего не надо. Сейчас я опять задумалась о том, что Алем никогда не видел эти реакции. Никогда. Алем, работай. Не смотри всякую чушь. Ну как не подурачиться во время съемок клипа, да? Че нет-то? Ну, самым мелким, конечно же, играемся. Алло? Интересно, кто ему там позвонил? Из другого измерения кто-то? Зубастик. Зак такой красивый в этом клипе. Просто перемотали. Я там их еще не знала, когда смотрела первый раз и путала. Думала, блин, кто эти мальчики, почему они... Я даже не узнала Зака тогда. Хотя в первом же клипе его запомнила. Изи, кстати, в этом клипе был очень красивый. Я тоже его не признала, что он тот рэпер самый. Думала, вообще какие-то другие парни. Покормил. Как не подпевать, а, пожалуйста. Я увидела, там вот размытое пятно был Эйс. На этом просто благополучно закончилась серия. Короче, восьмой сразу начался, я тоже сниму сразу. А вот и мои локаторы, вертолетики. Вот где это все было. А в общем, это будет длинная реакция. Можете заранее готовиться. Блин. Фрики.
буквально на секундочку, пока заставка идет, посмотрю, сколько там осталось закачки. 97,5. Так. А я тут уселась смотреть, да? Ладно, окей, тогда я здесь закончу, подгружу новую реакцию, а потом все-таки восьмой способ посмотрю. Спасибо.